больше лайва. Какой я? А? Такой терминатор. А? А? Ден-ден. Острее определяют, как лицо. Подними подмышки. Поднять подмышки? Смотрите, как у меня работает система. Оп, Настя, все проработала. Потому что ей стыдно за меня, то что от меня воняет, да? Да. Че, серьезно? Да не офигевшая. Ты, она только что, кстати, говорит, от меня воняет, у тебя от ног или откуда-то. Обнюхала меня всего, поняла, что не от меня, поняла, что от нее, и я обиделась на меня. От меня? Так-то не от меня было. И обиделась, то, что от тебя воняет, от меня не воняет. Ну, не обижайся. Короче, мы, ребята, сейчас идем. Сейчас скоро увидите. Больше лайк. Ты вот зеркало снимаешь не очень. Потому что у нас зеркало не очень. А, кстати, смотрите, у нас на G7 X какой появился хохолочек. Махно. Это чтобы звучок вам был лучше. Что вы скажете? Мы приехали кататься сейчас на картингах. Бух. Соревноваться будем? Нам есть твой смысл вообще соревноваться, Анастасия? Конечно, есть. Думаете? Да. Женщины же не умеют водить вообще. Не знаю. Давай, выходи красиво так. Жаркое видео будем снимать. Оп, какая. Для кадра там Аня может разозлиться, там не проблема. Все серьезно? Опа! Заниженная посадочка. Все как... Приморье, знаешь, там не едешь, там, Вася, все нормально. Заниженно снимать надо. Заниженно, брат, снимать, что какое-то. Телефоном он умрет до конца, я тебе говорю, если я с ним поеду, на, забирай. Хотел тебя спросить по поводу 9 числа. Мая. Нет. Да, это День Победы. Да. Все хорошо, я удовлетворен ответом. Теперь буду знать. И как оно? Я думал, это медленно, знаешь, просто вот тихонько едешь, это, блин, как детский сад. Это реально спорт, мне реально страшно было. Это Настя сейчас это делает. Хотела убить меня, по-моему, да? Прости! Очень понравилось. Я победила. Да. Ну фиг знает. В смысле, два круга, ты просто... Я не знала, я что-то не слышу вообще мне ничего. Проиграла. Блин, ребята, вообще классно. Еще очень. Это реально ощущение, что это не детский сад. Сначала я думал, это так, внешне это казалось, как будто бы я просто проехал. А когда едешь сам, прям спорт, прям... Ва, круто. Ну я сейчас с пацанами, все-таки девочки ничего не умеют. Они вообще... За ней придешься...
просто аккуратней. Спасибо, Спарта, карта. Ты, Настя, реально тормоз? Я думала, что я гоню. На самом деле нет. Мне сказали, пески летит. Она думала, что она гонит. Куда она гнала, если я ей постоянно в жопу вот ехал просто? Вот так вот. Да? Ну не обижайся ты. Да не, молодец. Реально. Ощущается скорость прям. Ты Путин? Да. Нифига себе, ребята. Вот так вот. Это тебе не хухры-мухры. Мне очень понравилось. Блин, я еще хочу прийти покататься. Пока мне казалось, что я вообще реально такая гонщица, прям гоню. Думаю, почему-то ты меня обогнал. Как так-то думаю? Я же вообще гоню. Оказалось, видимо, нет. Ощущения крутые, реально. То есть, опять же, разок стоит точно, потому что здесь ты реально себя ощущаешь в каком-то болиде, да, там, как будто бы ты действительно... Игра как будто какая-то. Игра, да-да-да, это как будто бы, знаете, игра какая-то. Ты такой гонщик весь, Формула-1, только чуть-чуть не догонщик. Не догонщик. Такой мини, заниженный совсем где-то там, маленькая копия, но, тем не менее, прям ощущения такие, прям эмоции. Ты помнишь этих чучел, мяучел? Геконы эти? Да. Такие противные... Смотрю, у него морда. Ты посмотри, вот он вообще просто крокодил нахер. Уезжал, смотрю, в ложе, и просто вот такая вот мразь. И вспоминаю, Настя, помнишь, какие маленькие были у нас геккончики? И мы их как ссались. Сыкотно, блин, представьте, такая дура у тебя в этом комнате, блин, в номере все. Маленький крокодил. Блин, вот так вот. А ты еще очковала малюсенького. Ребята, кстати, заодно хотел бы порекомендовать вам Ежова. Ежов ТВ. Подписывайтесь на канал Ежова. Да, подписывайтесь на Ежова. Они тоже с девушкой занимаются веселыми вещами. Занимаются... У них есть, знаешь, кто еще? Он мне скидывал. Ежик. Ежик. Он убийца, если я его ежику назову на винил. Я подумал, крокодил. Противный такой. Че его на жопе? К жопу или лицо? На там ходит. Это. Чего же лицо жопа? А че они. Смотри, какой у них. Они что-то едят людей? Они едят, да. Да, конечно. Они здесь вообще просто как птицы. Ссылочка на канал будет в описании. Да, Настя. Не снимай меня, я некрасивая. У тебя тети были только что все видны, ты даже не заметила. Ничего не показывается. Блин, ты такая покрасневшая после поездки, это вообще мы жесть. Мы вообще сильно сгорели. Просто мы вообще обгорели мощно. Итак. Только лишь повелись там, то, что мусор не я очень. Опять по полами. А это значит что? Это значит, что мы снова едем в Александровск. Дать. Скоро будем чики-пики. Сегодня солнышко, сегодня кафанем. Поздоровайся. Здрасте. Вот. Это чувак из Александровска оказался. Он тут работает. Он нас, да, он нас признал. Настя не узнал, потому что она жопой повернута была, как всегда. Как но как только повернулась, простите, там все ее узнают. Да, я это о-о-о-о-о-о, все нет. Понятно. Ну, в смысле, ты сам говорил, что я только поэтому узнаю. Я тебя понял. Да. Что там? На порядок вышли, да? Пиздец, он так долго. Здесь реально прям по ощущениям выше, да? Тут вообще высоко, ребята. Я реально думал, вот чисто. Короче, я прыгаю, все. Давай. Главное, толкнись, пожалуйста. Да, то на камне прыгнуть буду. А на камне? Там получается ближние вот эти вот все в камнях, вот здесь вот. Нужно вот туда. Вот туда. Давай на бутсфа, Паша. Давай. Ребята, ну точно. Давай. Давайте не будем сейчас прыгать. Сюда. Да давай сразу же отсюда спрыгнем, какая разница? Да. Паша. Для чего прыгать? Реально прямо входи, ни шеи, ничего, чтобы не отбить. Вот а забей. То у нас кое-что до сих пор повернуть не может. Я, блядь, все лучше говорить. Самый главный вопрос, вы сами прыгали? Нет. Да! Вот они, аналитики, да? Это как в интернете, комментарии пишут, там вот, какой ты. Я реально сбоку смотрел, она не высоковывает. Третий этаж как бы вообще похер. Тут третий этаж? Да. Реально. Блин, Паш, давай прыгаем.
Ой, вообще, я тебе говорю, тут вообще ты не умрешь, что ты, господи. Это просто давай, не вернешь за тобой, наверное. Надо просто... Паша, просто вот от мозг отключи и ныряй нахуй. Там вообще мозг... Нет, тут единственный вариант нахуяется, стопудово. Да пуй. Он отбил ладони все. Я чего вообще боюсь-то? Я с третьего этажа сальто прыгал, бля. А тут воду страшно. Так-то страшно. Два. Кавабанга! Сука. Короче, Настя прыгает почти с такой же. Чуть-чуть здесь, да, ниже, чуть-чуть совсем. Паш, я не могу, мне очень страшно. Можно я сначала стою, пожалуйста? Я вообще очень боюсь. Что-то я не хочу прыгать. Настя, а что началось-то опять, блин? Детский сад. Мне очень страшно. Давай потом отдохнем. Ну, замечательно. Нет. Война века. Анастасися. Как меня назвать вообще можно? Паша Пися. Паша Пися. Ты не сломанная, блин. Почему не сломанная? Ты видел? Я, блядь, только что прыгал, везде прыгал. Ты давай это, не отмазывайся. Ты ни разу не прыгнул выше. Вот ее максимум было, вот эти вот две, которые мы первый раз, когда сюда ездили. Блядь, тоже не могу. Не знаю, что-то так страшно вообще. Ну что? Мы уже его отдали. Да, таракана уже отдали. Смотри, у нас мини-фанаты. Мини. Не, кстати, на самом деле к нам подходят взрослые в основном, люди реально. Ко мне... Не, я сейчас не отмазываюсь? Ладно, отмазываюсь. Я, ну, понятно, все, спасибо. Я не знаю, что со мной, Паша, я не могу прямо, и все. Ну все, да, поехали домой, короче. Паша, я все могу. Давай. Ё-моё. Такое позорище просто, Настя. Здесь-то что? Догнал, Настюха. Давай. Я! Вот так, наверное, Настюха, давай. Паша, прыгни, ты я с тобой спрыгну, пожалуйста. Давид, иди сними. Я ее сейчас толкну, короче. Она достала. Жесть. Любишь меня или нет? Да? Давай, иди ко мне. Давайте там скажем ей, прыгай, прыгай! Прыгай! Давай! Последний раз этим летом мы посетили данное конкретно красивое озеро. Не знаю, что там за коммерцию сделают в следующем году, но... Сейчас оно было потрясающе. Запомним его таким. Как и запомним Настю такой. Потому что Настя беременна. Нет, ничего нет. На, шутка. Вот оно, ребята, второе озеро, которое мы вам в прошлый раз не показали. Вот она, Настя из жопы своей что-то куда-то ходит, все вертится. Тут совсем тишина по сравнению с тем, что было там. Прямо и водичка, 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 как всегда.